Он, кстати, 19к дал при ДПСе 200к рейда в обычке за АДК. Да, он нормально. А, не, он фростом был, считай, да. Макгрегор, ты же фростом был тогда? И Ну сегодня. тогда да, сейчас я АДК. Ну, Джерри на ДК. Кот не нужен тогда. Надо хант. Джерриана бы лучше на ханта, если Макгрегор. АДК. Давай так. Джерри на ханта. Там бы друидов еще. Ну Орду да. надо. Но Ардру Марина, наверное, Ну будет. да. Афлик нужен через два, нет? Не, уже не нужен. Нет. Эрдрона надо, рок. Я могу и Эрдро, и на рогу пойти. Это в идеале. Тамарина зайдет? Сейчас я Богдану написал, там может ответить, когда я не с Мариной зайду. Так он в РК сидит. Богдан, ты тут? Плохо Нет, слышно. не слышно. Уверуй в свет, и все А ну Богдан вот как раз, наверное, с собой пойдет. Он нормально за СВУ дает. И Марина за Эрдру. Среди Джерин Хантон, Марина Эрдру, Богдан Совой. Остался один слот. А, не, ну да, один. А где Поклонский? Если берет антиханс придут, то они покрашат. Я тут, я тут. Я просто выполняю. Тихан, ты тут? Джей, если Сандан, ты слышишь, заходи на ханта. Что? Чего? Шанан из-за тапок перезашел, да? Нет, я просто сказал на ретрика зайти. На ретриков нету. Может этого Кирилла на ретрика отправить? Маг. Три мага это мусор. Бесполезный класс ссылка. Ну там еще Роган нормально нужен будет. Да. Там с Валерой на Рексисом не связывались? Не будет он? Козыря нету тоже. Ничего не говори. Надо баф снять, а то вдруг кто-то мобов запулит. А, да, забыл. Так, мобов можно и с бафом убивать. Когда уже до ребра дойдем, можем спокойно отключать этот баф. Вот еще нам без бафа сейчас чистить этот трешак. А так можно? Да, мы с кутами так делали. Значительно облегчит нам процесс. Я буду кулаки бафать.
Кирилл, а ты кем больше дамажишь? Это ты его дядину спрашиваешь? Демоном или Африком? Ну, все Африком больше дамажат. Я тоже. Ну давай, Ягер в демоне тогда. А в Ягера сколько там ВС? Что? У Ягера сколько ГС? Шесть 3,52. Пойдет. Тебе надо хулипал. А огурец куда делся? Ну, просто не может пойти. Сашка, понимаете, не пошел гулять. Алло, алло, слышно? Привет. Йоу, да. Привет. Сейчас. Заходи на СВО. Или на хулипала. Так, Софтман. Ты перебьёшься. А крит-то давай, больно. Эй, я умрал. Уже не надо крит от этого. Не сорвемся. Двор зашел. Не стыкало его. Может, ретриком пойти. Mm-hmm.
Два слота. Осталось два слота. А шо отец молодец, там прохлаждается. Да он там у нас написал сказку, что его девушки пригласили гулять там куда-то. Ясно. День молодежи. Правая и левая рука. Угу. Ну, типа того, что-то в этом роде. Не хватает два слота. Ромки и Холипала. Не взять Рогу Холипала. На, смотри, Макгрегор, у тебя второй спектанка? Да. Нам же в любом случае ФДК нужен. Чем Макгрегор, я думаю, перебьется. ФДК перебьется? Зачем нам ФДК? А, все, я понял, для чего ФДК. Я могу Рога, если что, зайти. А, вон Дорн пишет, могу ФДК. Я просто ни разу... Кто бы мог Дорн... на что? Ни разу не видел Дорна за ФДК. Нормально дамажишь? А в чем смысл в ФДК? Танк Мишка. Мили хоста, потому что у нас танк Мишка. Пускай тогда Дорн ДК, а Макгрегор ФДК. Ну, Дорн тогда будет ФДК, я ДК. Ну, типа мы просто метку, ну, просто... Подожди, Ялин, у тебя рок хороший? Ну да, там 6-4 нормально. Это, заходи. У меня маг, о, братец магом хочет пойти. Ну тут не на магии, фул, короче. О, рогой, да, заходи? Два слота, да, заходи на рогу. Сейчас я шкаф поставлю. Как лучше сделать? Антихама на шипа и хилику на лоб? Лока или антихама на Лока? Интересно. Как ник Лока антихама? Фердинанд какой-то. Не хули по полам, да? Ну, получается, да. Сейчас только спектр тогда перебью по цепру. Ибо я могу полипалом, вот кто-то будет ролить. Там лича. Да не, я муж, я. Промфу. Какой-то спектр сделать просто со сакрой, да? Угу. Хорошо. Так, я, наверное, пойду в спеки, где вот это МРС-очно, где на пол 8 секунд, правильно? Сделай спек не с веткой защиты, а со светом. Ты чё, Стан, не надо типа себе? Нет, не надо. Идеален, ты просто символ потрошения, или какой-то у тебя, поменяй на символ на пула. То есть ты, по сути, ничем, ну, почти ничего не потеряешь, но на пол будет мощно. А, да, все, я понял. Угу. Давайте шкаф опять. Меня пока не сумуньте. Меня тоже. Я где поставь шкаф.
Клонский, что ты раздавал? Кресты. Не, раздавай кулаки, будет Холи Паунос. Лимошка, ты тут? Все, доходите все, сейчас будем бить трэш. Я релакнусь сейчас. Куда снимать? Сразу 500 ЕП, кто покажет без предупреждения. Что такое? Да сука, он свой сум кинул, блять, я его подтвердил. Сказал же не сумонти. Лимошка, ты тут? Пошли пока поймем первый трэш. Дай пойти пока найти. Сейчас. Лимошка. С этого ивента-то хавки набрали, блять. Кстати, да. Нет, а что там за хавка? На СПД. Плюс 44 СПД. Ее передавать можно? Персоналка. Где ее можно забрать? В Гримане. Что, давайте сгоняем? Она покупается за монеты, покупается не за голду, то не делай, он не купит. А при смерти пропадает? Да. Ну да, тогда там много надо. Она продается за пылающий свет? Да. И хватит. Я вот взял 10 штук, но, блядь, походу мало. Все, дальше не агрить, один хил, а у нас все остальные фкшат почему-то. Блять, медузу с пряностями не сделал. Так, бери это, I'm sorry, Dios. Я тут, я чё не I'm sorry, взял. Сейчас зайдет его синий экран смерти. Security, Jäger, Rally. Мариша, сейчас она придет, мы только пришли. Подойду через 3 минуты. Раздай по варам кулаки. По всем кулаки поклонский, его будут каски раздавать, немножко тоже. О, тормози меня еще трех бомбить. Последнему полету. Герои, мы попробуем подлететь к стене цитадели и... Все, гуляйте. Мы подошли.
Звезду бейте. Квесты в рейде не сделаешь. Иди трожми. Чего? Тебе не вышло на то, потому что кто-то хочет. Ты же согреешь. Давай, Саку. Тяните слугу. Ему давать? Нет, ничего не давай. Сюда дайте, и нефть не без. И следите за своим агро. Ремошка, знаешь, что делать на первом боссе во время вихря? Да. Стоит вихрь, ты уже отбегаешь. Колечко хорошо забери, там пускай. Дай мне тут. Чтобы ребро пошло либо на тебя, либо на Мишку. Вот. Так, у нас здесь будет два вихря, там баф. Надо распределить чешки и... Макси... Что Макси еще раз, Лег? Сейчас, подожди. Так, давайте еще раз шкаф. Гистоли поставьте еще. Режим сейчас надо будет выключать, да? Я уже его выключил. Рыба спереди стоит. Значит, давайте по чешкам. На первом вихре клейки Security Maxi. На втором вихре Genesis Anti. На первом вихре по команде Гимн отдаст Лилия Морка. Только когда я скажу. Стремимся в звездочки на вихре. Или рядом хотя бы. Мы уже бегаем. РДД бьют босса, мелики, шипы. Меняйте паладина ауры. Протопал ауру на деф. Снимите, у кого она там. Поставьте лед. Под дефом стоит. Баня, наверное, ауру на лед. Будешь мастер ауру давать. Я? Ну да. Окей. Okay. Еще один с дефом. Если ты шаришь лучше всех тут, когда его давать. Паладин, okay. Выключите ауру защиты, пожалуйста. Кого она стоит? Вторую, не знаю. Поклонский, у тебя стоит аура благочестия? Нет, у меня каст.
Билось в тебя. Спасибо. Так, Ризнер, стакай раскол и кричи на хп. Напишите РК, на кого вы получаете ЕП. Чек на бафы. Кулак по крестам можно? Давайте по бафам. Антикрест, поклонский кулак, Дилова сказку. Давайте заходим за линии. Ягер, СС кидаешь на Макси. Постоянно, всегда. Фердинанд на Apple бокса. Кто-то пульнул босса. Блять, ну. Давайте, рост. Уже выходим. Бейте шипы. Бокс поднимай, Макси. Давайте бафы по друиду. Уже выходим сейчас. Шипы играем. Вихрь смотрим. Зачем ты убежал, блядь? Меня же бьет сильно. Нормальный мой. РДД встали возле звездочки. Стоим, ждем, пока шипы будут возле звезды. Играем потом в шипы. Все в шипы сыграли. Давайте, чешки, секьюрити, Макси. Давай, Сакру, лимошка. Норка, давай гимн отхил. Служи, выходим. Вторые шипы будут сейчас. Лилия, давай гимн отхил. Шипы играем. Выходим в луж опять. Новые лужи появляются. О, отошли, отошли. Дал шип. Дал гимн. Последние шипы. Сыграли в шипы, встали за спину. Быстрее в шипы играем. Снимаем всю звездочку. Где этот ромбик, не вижу. Опять шипы. Еще раз шипы. Так, давайте добивайте быстрее до вихря. Пару секунд. Теперь жрём, потому что сейчас начнёт. Не надо. Нихуя себе! Ты колом, блядь. Я заскринил. Так три буешки у меня упало, видео есть. Три кольца, блядь. О, ещё не было. Осколок никому. Я бы взял, не отказался. Тебе повезло, значит. В очереди даже вроде есть, спасибо. Думал, здесь никому не надо. Идем далее. Так. Сначала агрим правую сторону трэша. Макгрегор спрятался в танка. Давайте по тактике. Слева будет два. Слева Мишка БДК. Справа протопал танчит. Слева будет Милики бить трэш. Справа РДД. Если какая-то из сторон не справляется, мы помогаем друг другу. Да, Дора, спи в АДК, нали? Да, в АДК. Да. Дора, ты в АДК. Теперь те паладины следим за скиллами на жертвенности. Сливаем с пула и следим по КД. Чё я это споткнулся, упал, блядь? Шёл, просто давай, бах упал. У меня КД было. Просто шел, бах, умер. Шел, упал, спотнулся гипс. Короче, легкий босс, если вы будете стопать
хуя дамаг, когда будет кого-то в контроль кидать, убегать от духа, все, здесь больше ничего не надо делать. Сливаем бланжир, сливаем антимагию, отменяем сейчас баф защиты от темной магии. Совы следим за звездопадом, чтобы было на КД перед контролем. Давайте рогу бафаем, сову бафаем. Потом, что еще? Первая на пол навода, вторая фаза. Скиллованной магии. Выходит трэш, смотрим на трэш с бафами, воруйте стаки у них, плюс 20% скорости магии. Сколько у тебя было РКД? 5 СС еще можно поверить. Этот Фердинанд... А мне не было СС, если что. Поэтому пусть Ягер, мой отдают мальчик. Я поверчу сейчас на Apple Box. Я просто не успел, дали пол. Повесь дайте на Макс, пожалуйста. У нее и бар есть, у меня нет. Фердинанд, вешай на Макс тогда. Я на Apple Box дал уже. Правильно, не слушай тогда. РК. Инту и крест подруйду. Давайте. На, по контролю. Давай, Apple Box, квадрат, контроль. I'm sorry, квадрат. Берета. Луну. Копка, луну, контроль. Дилос, луну, контроль. Поклонский, Суслятинка, Хилика, трусы. Старайтесь нормально по максимуму контроли. Ринслер, ты готов? Ринслер. Короче, без него ничего. Давайте, в трэш сыграли. Войд, Войд, подводи чуть ближе трэш, чтобы кресты могли спокойно контролить. Давайте череп долить. Контролем, одна секунда сейчас, смотрим, контроль. Так, я законтролил луну. Трусы контрольте. Луну... Кидай вихрь в луну. Был. Прошел контроль по луне просто уже. Вышли с лужи, не спойте, леди. Капли в следующий раз сливай, ладно, успел не спалить. Контроль, ой, блин, трэш вышел, давайте в трэш. Все в трэш. Еще сейчас будет контроль, смотрим, 5 секунд контроль. 1 секунд на контроль. Пытаемся контролить. Квадрат, трусы, луна, давайте быстрее, эфир. Короче, Даню законтролил в итоге. В точках там сидеть. Еще один будет трэш. Давайте в трэш сыграли. Потом переводим босса. Так, от 3 секунды до контроля. Быстрее слить справа трэш. Напуливаем на Войда. Опять я в контроле. Давайте трусы в контроль быстрее. Протопал в контроле. Войд, на Войда на пол, Макгрегор помогает танчить трэш сейчас. Не, пусть Макгрегор пьет. Раскол прожми, Фердинанд, все в трэш сыграли? Все в трэш сыграли. Так, вышли духи, отбежали от духов.
сливаем капли свои, звездопады, антимагию. 3 секунды до контроля. Ебать. Расконтролили людей. Блять. Макси, поднимай меня, певчего, быстрее. Уводи леди от трэша. Пою гимн ману. Секьюрити ставь тотем, маны, бейте трэш. Отбежали от духов сейчас. Дайте бафы по мне. Трэш играем. Отбежали от духа, уводи леди, уводи леди, сейчас будет контроль. Смотрим за контролем, стопаем ее дамаг. Так, фирнул двоих. Уводи леди дальше. Уводи все, леди дальше. Отбежали от духов, напуливайте на Войда, 4 стака на Войда. На Макгрегоре уже 5 стак. Фердинанд, прожми раскол. Напуливайте на Войда. Играйте все в трэш, вышли духи, отбежали от духов. Тогда не бей вообще, жди. Бей трэш. Так, сейчас будет контроль. Давайте рост, кстати. Отбежали от духов. Мелизона, духи отбежали. Сейчас будет контроль. Отбежали. Вышли с лужи. Так, расконтролили людей. Фернул квадрат, трусы контролем, луну контролем, протопал. Отбежали от духов. Диспельте кулак с леди, напуливайте на Макгрегор. Аплбокс, поднимай Ягера. Встанешь после стрел. Так, вышли духи, отбежали от духов, играйте в трэш. Ягер, вставай. Вешай. Хилика, гимн на ману пой. Так, у нас один на пул умер. Контрольте людей. А капля не в КД, законтрольте. Контролем. Уводи леди. Макгрегор, уводи леди в другую сторону. Да, так. Отбежали от духов. Давай, Кирилл, напуливай на Войда. Опять трэш вышел. Играем в трэш. Вышли духи, отбежали от духов. Играем сначала в духов. Присты бейте взрывом разума, у нас ретрики мертвы. Контролим, сейчас 1 секунда. Стопаем его ядамаг. Стопаем его ядамаг. Уводи леди. Уводи леди, Макгрегор. Вышли с лужи. Все, трэш можно не бить, добивайте босса. Блядь, я по-моему кого-то ебнул. Бывает. Это в контроле. Ну ладно. Да, лок, наверное. Я умер. Блядь, певчи, лимошка, поклонская. Так я живой, ты чё? Сель, блядь, не реклам там. Я кого-то там под ком, короче, дал кому-то там точно. Две совы, вард без контроля. Две совы, да, 10 сов, Дима. Он замёрз даже сова, почему дверь? Там горит, непонятно чё. Одна сова и первый контроль, я его контролю вышу, Дима. Давайте баф по рейду. Один баф и тире человек 7 падал.
Каску. Маны нету. Маны нету. Чем нечем бафать. Войт весь трэш собирает, каску. У меня маны не регенится, поэтому. Дело, создай каски. Лимошка теперь прото бафай. Если на ком-то нет каски, добавь каску. Берем все ранцы, запускаю сразу. Дайте магу капку. Кипушки. Ладно, я прыгну пушку. Пушки две свободные. Пушки. Уродина пофиксили, что ли? Че шо с ним? Ну раньше стоял, издалека топор кидал, сейчас подошел, стаки стал копить. Или может это мишке нравится? Да, он так и должен делать. Таковой, что он не может отказать все желание, все поебли себе. Знаете, бристы кидает, как дурачок. Стаки не копит. Запиши видеоотчет, скинь на форум, это пофиксит. Здравствуйте, ты про Сурфанг, что ли? Да, на нашем? Сурфанг на том корабле, но есть. Он уже давно стаки не копил, заметил. Ставьте хапку там, пожалуйста.
А, бля, мусор. Годное что выпало? Да, серебра. Топорик, бля, что выпал на рогу. Просьба, не бейте, пока он добежит. Если я таунт отдам, пока он будет бежать, он на вас на кого-то пойдет потом. Я ему огонь кину, он подбежит, тогда можете бить, когда я ударю один раз увечу. Герои, будьте начеку. Только что. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону. И вместе мы разрушим этот мир иноплети и во славу короля Лича. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шанса. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Ханош. Впрочем, это значит сердце. Я не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что... Это так же набрали, да? Но он не работает здесь. Пока что. Сегодня я... обещание. Сколько? До пуба. 15 секунд. Красиво. Сава. 10. 4, 3, 2, 1. Первый рост. Почему у меня плащ не стакается? Можешь помолчать, это не нужна инфа. Давайте в трэш играем. Один трэш. Кружочек. Луну добиваем быстрее. На, растет. Магдан, есть БР? Один трэш. Дайте по покомскому бафу. Лимошка, дай каску по себе. Еще минимум один трэш. Тебе дал. Ты
Трэш играем. Давай, Сакова лимушка. Фух. Еле-еле. А я, блядь, сука, в достойку. Написал, вот решил, что с переключаться. Где он? Булочка нету, да? А, на прошлых амбафах сколько было? Где до хрена времени сидели, там 268 что ли? О нет, 238. Дело у вас 10 КТПС, Поклонский, кто умирал, 11 КТПС. Я же сказал, у меня порчи не стакало, самого пула. Один стак накопился и все, и потом пропал. Вот когда уже крышак появился, я в него переключился, он вроде уже начал стак. Давайте Вальку. Набрали баллов по объявлению. Объект. Печеньки не дают? Две согрели, ёбаный в рот. Видео. Точечно звезду играем. Помогай мне диспелить. А когда мы до хрена сидели, верно? Ну, последний раз, по-моему. А когда вот у психа рейд, когда был, какой там был РДПС, кто-то знает? Там много было. Надо видео смотреть. Биста? Ага. Точечно играйте Вальку. Дайте кольцо льда и все, бейте Вальку. Давайте Саку. Убили. Кольцо льда, нет. О, вот это лаги. Ранее сервак. Нету никаких лагов. Да, о, нихуя. Сальшо у меня. Но это не 20 FPS, блядь. Я там сейс. Прокрути колесиком вверх, чтобы от первого лица показывало, все, не будет лагать ничего. Все, пошли дальше. Вооружились. Вы на анбафе устраиваете. Да потому что мы макел. Паладина жреца Лока. Минуточку, блин. Накиньте все, мне бафы. Ну ладно, надо бафы. Типа парол раздается, да? Не-не, ПГП. Олег, я сейчас... сделал интересно. Да какого там музыка играет, это, блядь, выключите ее, это конченый музыку. Пиздец, это так бесит вообще. То Олега, наверное. Наверное, у Войда. То Олега, ну пусть себе играет. Thank you.
печать порчу паладина, что она должна быть на первом месте? Да. Терпенно мало. Сейчас приду. Так, давайте сагрим слева босса. Он сагрит и прелесть. Эх, отскочу, сниму белье, короче, там дождь пошел. Давай. Я понял. Снимай пока ловушки. Давайте, на рейдж у нас выходят 5 ШП, Хант, Сова, Протопал и Афлик. Афлик это Фердинанд. Зачем запускаешь ловушку, когда мы бьем прелесть? Я пытался ее обезвредить. Зачем обезвреживать, когда мы бьем прелесть? Минус 3 теперь. Играйте точечно вальку, давайте кольцо льда, огнев небес. Прелесть играем точечно. Ой. Молодец. Да, обезвреживался. Пощадную шкуру спи. Один нам опять бафает. У меня изначально не бафает, так что ничего не теряю. Идемте. Потом вторую ловушку. Она не горит. Джинсы поставлю. Так, Фердинанд, Applebox, сидите направо, вставайте возле кузни. Лилия, встань возле кузни сзади босса. Филиппес тоже давай туда. Сейчас. По два человека возле кузни будет стоять. Applebox, Фердинанд слева, ой, справа. Слева норка. Кто еще остался? Норка. Рыба. Ешься. Норка и Хилика слева. Я Джерриан возле ворот. Лимошка по кругу просто бегает. Крик. Баф. Ту дайте. Телег даем. Что не хватает еще? Каску по ханту давай. По магам каску. Там Вани нет еще.
У него каска есть, поэтому можно бахнуть. Каску на Литрион. Короче, Лимошка, дай каску на Литрион. На нем есть каска. А. Теперь есть уже. Нажимай мне эту каску. Каску не надо. Мулак по ханту. Бля, долго слишком. 2 минуты тратим на бафы. Че ману каску? Бля, дело ступит, короче, Лимошка, есть бафы. Есть бафы, блядь, посмотри! У нас это мани нет. Где нет? Нихуя нету бафов. Как нету каски, Лимошка, блядь? Я сейчас трейшот даже сделаю. Если каски мани не проты на всех магах, ребята, не ссорьтесь. Все, они тоже все есть. Давайте лежим дружно, блядь. Ой-ой-ой, я завис. Дисконт. На шамане минуты висит каска и орут кашку. Шаману баф эти, бля. Дисконт? Ну да, висим. Вы лучше пишите в рейд-чат, короче. Мне же проще, и не только мне по группам бафут. И кто хилботом пользуется. Быстрее напишите в чате, быстрее бафнут. Дурка хуй знает, кто вы там по голосу. Ой, какие-то удрённые все тут. Спасибо, кодекс, сука. Смотри, такой ДПМ скрытый. Олег. Олег.